Спасибо большое, Дмитрий. Арктик Углю будет в 2031 году 100 лет, поэтому мы считаем свое годом своего основания 1931 год, 7 октября. Но я бы хотел, и тоже я коротко выступлю, понимаю, по ограничению по времени, но мне бы хотелось начать с того, что, как вы думаете, что может быть общего у государственного треста «Арктик Уголь» и Болливуда, скажем так, или создателей сиквела «Миссия невыполнима» и американского актера Тома Круза, или у немецкого специфического кино, или же у французской документалистики, норвежских исторических фильмов, или же японского ток-шоу. А общее может быть то, что все эти проекты снимаются и снимались на Шпицбергене, так же, как и русское авторское кино. Почему они там снимаются? Потому что те уникальные природные ландшафты, которым богат Шпицберген, они, ну, аналогов им в мире нет. И для меня, человека, который увлекается Арктикой уже много лет, и, в принципе, я дважды был на Северном полюсе, я объехал всю нашу российскую Арктику, но то, что такой искушенный глаз видит на архипелаге, не поддается описанию и не поддается даже передаче через кинематографию. Но в декабре прошлого года, в конце, мы создали на архипелаге Шпицберген кинопродюсерский центр Arctic Locations, и все те проекты, которые я перечислил, уже состоялись или же сейчас находятся в активной стадии. Вот в частности, мы хотели бы привлечь Болливуд на Шпицберген к нам. В поселке российского присутствия на архипелаге Шпицберген, на территории Норвегии, снимался, чтобы и вот это вот искрометное индийское кино. И интерес индийских коллег к этому есть, подтвержденный. Почему тресты, почему кино? Ведь Василий Николаевич сказал правильно совершенно, то, что в Арктике снимать очень дорого. Это сложный технологический процесс. У треста же на протяжении 93 лет существования на архипелаге сформировалась очень мощная логистическая и инфраструктура, и такая, знаете, и опыт. Опыт, чтобы снимать в Арктике качественно. Это и воздушный транспорт, это морские суда, это развитая инфраструктура, жилая, гостиничная, обеспечение медицинскими услугами, питанием. То есть любую съемочную группу, которая решит на архипелаге снимать, мы можем обеспечить всем необходимым. Это будет по затратам гораздо более выгодно, чем в ряде даже наших российских регионов. Тут что тут греха таить. Поэтому тресту интересно развивать это направление. И то, что вы, Дмитрий Владимирович, сказали по поводу экологии и киноиндустрии. На самом деле, я не профессионал в области киноискусства или кинопродюсирования, но то, что я вижу, как работают западные съемочные группы и наши отечественные профессионалы, приоритет для них это все-таки сохранение и биоразнообразие, и чтобы, скажем так, ущерб для окружающей среды был минимальным. Это выражается в том, что как съемочные группы взаимодействуют с дикой природой, с медведями, с моржами, с оленями, с песцами и прочими различными видами животных, которых в изобилии на Шпицбергене. То есть это приоритет. И не только потому, что они достаточно жестко охраняются норвежским природоохранным законодательством, но и так сложилось, что в последние годы зеленая повестка стала приоритетной и в киноиндустрии в частности. Поэтому я считаю, что кино и экологичность – это синонимы. И повторюсь, что Шпицберген – это та локация, куда бы хотелось пригласить и всех наших кинопродюсеров с тем, чтобы они посмотрели это своими глазами. И некоторые из, скажем так, коллег, которые находятся в президиуме, уже сделали несколько шагов вперед.